24 ноября на базе Института международных отношений Казанского федерального университета открылась международная модель организации исламского сотрудничества. Торжественная церемония прошла в зале попечительского совета КФУ, где в формате круглого стола собрались самые активные и талантливые студенты, профессора и преподаватели университета, а также иностранные гости, чтобы отметить особую важность таких мероприятий в условиях многополярного мира. С приветственной речью выступил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев, который анонсировал работу по активному вовлечению студентов в политические и научные исследования и озвучил планы на будущий год. Надо отметить, что действительно университет часто проводит подобного рода мероприятия, связанные с моделированием работы различных международных организаций. В основном этим занимается Институт международных отношений. Мы вовлекаем другие институты, зачастую Институт управления экономики и финансов ФМК. В данном случае это инициатива Института международных отношений. Мы имели практику проведения моделирования деятельности организаций, таких как ШОС, буквально недавно, неделю назад мы открывали. Мы моделировали ООН, ЮНЕСКО, и впервые мы моделируем работу организации УИС. С напутственным словом выступили и эксперты из-за рубежа, представляющие дипломатические отношения с государствами исламского мира. Сама модель представляет из себя академическую симуляцию работы организации исламского сотрудничества, где студенты, как представители стран-участниц организации, участвовали в заседаниях и налаживали международные отношения в контексте стран ОИС. Модель полностью студенческое мероприятие. Мы только содействуем, помогаем студентам в организации данного мероприятия, потому что мероприятие организовано в рамках функционирования и при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках функционирования студенческого научного сообщества. То есть это модель не просто мероприятие, это мероприятие по поддержке студенческой науки. И, собственно, организаторами этого мероприятия и все основные функции на себя взяли студенты Института международных отношений нашей кафедры. Программа международной модели организации исламского сотрудничества включает в себя активное участие студентов в работе модели Исламской торгово-промышленной палаты, организации исламских столиц и исторического комитета. По результатам насыщенной двухдневной работы состоится награждение призами самых активных участников. Генеральными партнерами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости.